После окончания мореходного училища в Баку меня оставили здесь работать. Оставили здесь работать, и я работал, тогда маломерные суда были. Здесь работал на земснарядах, на речных. Сейчас линейным инженером-механиком по флоту работаю. Ну, чтобы быть профессионалом в свое дело, надо начинать с низов. Как вот я начинал с разнорабочих и дошел до, сказать, до главного диспетчера. В порту очень много. Вот я и строил дом, и строил набережную вот здесь. Вот не набережную, а причал. Принимал участие в строительстве причала. И чтобы это все понять, как это все выглядит, надо пройти через это. В чем здесь мне вот нравится работать и как, почему я не ушел из порта, почему не поменял место работы, хотя таких возможностей было много, это прежде всего коллектив, это люди. Молодежь тоже мне очень нравится, и с удовольствием я с ними, им передаю все, что, так сказать, знаю, все, что накопилось у меня, какие, как люди вот меня воспитывали, старшие товарищи, так и я. Стараюсь с ними также передавать и все, что знаю. Вообще, это для меня была и есть основная задача. Омоложение коллектива, если вы там пройдетесь по нашим этажам, выйдете на причал, и вы увидите достаточно много людей молодого возраста. Мне кажется, что нам удалось в первую очередь создать им систему для работы, когда очень многое зависит от их инициативы. Их слушают, во многом они делают то, что считают правильным, и эта работа им нравится. Вот этот вот дух свободы и радости от работы, я думаю, он и поможет им в дальнейшем сделать карьеру и добиться профессиональных успехов. Будучи студентом 4 курса Московской государственной академии водного транспорта, я пришел в порт на практику, после которой я остался в порту и совмещал работу с учебой. Дипломный проект я писал по нашему контейнерному терминалу и защитил его на отлично. Поработав 3 года в порту, меня назначили начальником коммерческого отдела. Например, Южный порт – очень хорошая школа, которая дала мне очень большой профессиональный опыт, но и как профессиональный, так и личностный, потому что в дальнейшем я, например, планирую продолжить обучение именно в сфере логистики и перевозок речных. Мы находимся на проходной Южного речного порта. Ежедневно она пропускает свыше 2500 единиц грузовой техники. Это говорит о том, что Южный речной порт является крупнейшим логистическим центром в московском регионе. Я работаю в Южном порту на фронтальном погрузчике службы эксплуатации. Мне нравится работать в порту, потому что коллектив у нас дружный. Техника постоянно обновляется, зарплата самая высокая по речному транспорту. Для меня преимуществом работы в порту является сотрудничество порта с ведущими европейскими логистическими компаниями. Мы уже посетили порты и контейнерные терминалы в Финляндии, Германии, а также посетили крупные стивидорные компании в Санкт-Петербурге.
Вот уже 75 лет порт работает с различными грузами на нужды города, на нужды страны. Оперирует 80 тысячами квадратных метров складских помещений, имеет порядка 100 тысяч квадратных метров открытых площадей, является в Москве крупнейшим мультимодальным комплексом. Во время работы в Южно-Мучном порту я женился, у меня родилась дочь. Дочь сейчас маленькая, ей 2,5 года. С первых же дней создания единой глубоководной системы внутренних водных путей России Московский Южный порт получил особый статус. Это отразилось и в поставленных перед портом задачах, и установление категории порту, приравнивающего к правам речного пароходства, и в такой технической тонкости, как установление нулевого километра судоходного пути. И сейчас портовый 4 находится здесь, на нулевом километре судоходного хода. Он под нами. Это контейнерный терминал. Бетонная площадка более 6000 квадратов. Современнейшая техника, речтакера, кальмары, фантуцы, терекс. Если сейчас посмотреть, вот работают 5 портальных кранов, крутятся, вертятся, работают 2 погрузчика. Вывоз и день, и ночь. Люди работают. Докеры-механизаторы все у нас хорошие специалисты, грамотные, работают уже давно, у всех есть приличный опыт работы. Краны в хорошем состоянии, за ними ведется надлежащий уход, делается вовремя обслуживание кранов. За моей спиной вы видите наше оружие труда основное, которое мы своими же руками увековечили, грейфер. Он же является нашим неким символом Южного порта. Портальные краны, наверное, все-таки придумали какие-то романтики, потому что эта вот форма крана, которая напоминает птицу, и эти названия «Альбатрос», «Чайка», «Сокол», «Кондор» – это все навевает какую-то морскую романтику. Ну, считается, что порт и работа в порту – это чисто мужская профессия. Да, у нас работает, конечно, много мужчин, но работа их была бы не полной, если бы им не помогали наши чудесные женщины. Безусловно, работа в порту – это как вирус. Она буквально охватывает каждую клеточку твоего тела, и ты понимаешь, что ты не можешь жить без порта, без коллектива. Может быть, это связано с водой, воздухом. Южный порт – компания с большой историей. Очень удивительно
то, что здесь люди работают уже по 20, по 30 лет в одном месте. Преемственность, опять же, поколение идет. То есть молодые учатся у старшего поколения. Старшие при общении с молодежью тоже узнают много нового и держатся, так сказать, в тренде современности. Когда есть что сказать о работе, когда можно похвастаться своей работой, это здорово. За время работы в Южном порту родила ребенка и вернулась опять же на это предприятие, где меня ждали, что тоже очень важно в наше время и очень приятно. Знаете, как команду назовешь, так она и пойдет своим курсом. Думаю, что компания, которая носит название «Южный речной порт», имеет очень большое будущее.